Время на подготовку дали больше, а значит, готовы все. Сама система итоговой аттестации осталась прежней. Единственное, что изменилось, это жесткое соблюдение санитарных норм, к которым готовятся во всех школах Иркутской области. Мы неукоснительно выполняем все требования, все методические рекомендации, которые нам направлялись с Роспотребнадзором, которые нам направлялись с Министерством просвещения Российской Федерации. И я считаю, что полностью наши пункты проведения экзаменов в этом смысле готовы к проведению вот в таких особых условиях единого государственного экзамена. Пробный экзамен прошел в учебных заведениях. Волонтеры вместо учеников показывают, как себя вести перед сдачей ЕГЭ, измерить температуру тела, держаться на расстоянии 1,5 метра и соблюдать все санитарные нормы. Все пункты у нас подготовлены. Сегодня как раз-таки проходит пробный экзамен во всех школах, во всех пунктах проведения экзаменов. И проходит апробация, но без детей. Все участники государственной итоговой аттестации, дети отсутствуют. Все проходит как будто вот в штатном режиме, как будто сейчас уже идет экзамен. Экзамены будут проходить с 3 по 23 июля. Так, 3 июля выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику. 6 и 7 пройдет тестирование по русскому языку, а 10 июля по профильной математике. 13 числа состоятся экзамены по истории и физике, 16 июля по обществознанию и химии, 20 июля старшеклассники будут сдавать биологию, иностранные языки. Раздел говорения назначен на 22 и 23 июля. Резервными днями для тех, кто не сдал по уважительным причинам экзамен, установлены 24 и 25 июля. Дополнительные экзамены назначены на 3, 5 и 7 августа. Наталья Ветрова, Дарья Пастушенко, Сергей Коваленков, АСТВ.